Команде «Арсенал». Ну, он думал, лондонский. Но сложилась так судьба, что он играл в команде «Арсенал», но киевском. Первый фол команда «Легион». 650, а и 650 отдал, да? Я понял. Значит, ты, получается, берешь с 950 150, а с 650 берешь 100. Так, смотри. Ну правильно, да. Так и получается, значит, это ты берешь, получается, 250 себе, потом 200 гривен отложи мне. Вот, вот что значит стоп. Вадим Каганов не стоял на этом месте. Ну, туда к протезам передашь. Он стоял справа края. Ну это просто может там сразу отложить, чтобы оно уже было отдельно. А все, что останется, получается, это надо будет ему передать потом в понедельник там. Александр Приходько, третий призер чемпионата спортивного клуба «Легион» по настольному теннису, который состоялся в прошлые выходные, а также второй призер чемпионата «Легиона» по игре «Кво». Давай,
Все еще монтаж еще работает. Дорогие друзья, нас посетил большой друг киевского футбола. Человек, 30 лет носивший имя Титаник. Нога титановая, суставы титановые. Игорь Касьяныч, улыбка на лице. Бурные аплодисменты. Интересно, надо узнать, как сыграла сегодня его команда. Он забил, пах, мышцу. Да, говорит, да. А вы помните, мы-то с вами в теннис слушаем. Геннадий Дегтярь. Последняя минута встречи. Давайте.
Вадима Каганова, номер 13. Мяч забил Александр Давиденко, номер 24. И он признается лучшим игроком встречи, поцелуй и фотографирование с Кагановым.